Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Валекса. И давайте мы с вами зададим колоде Тара Безумной Луны. Очень интересная колода. Почему вы расстались? Да. Видео специфичное, не для всех. Тара Безумной Луны. Очень такая своеобразная колода, четко выражающая чувства, эмоции. И давайте мы с вами будем задавать вопрос, почему вы расстались? Именно для тех, кто расстался. Почему вы расстались? Представляйте себя партнером бывшего. Мы будем разбирать с вами ситуацию. Почему же вы расстались? Что за ситуация? Смотрите, по пятерке жезлов вы расстались из-за конфликтности. Он вас считал конфликтным, вы его считали конфликтным. У вас постоянно были придирки, постоянные соревнования, постоянное желание партнеру что-то наказать, свою правоту, свои мысли, свои продвинуть желания. Почему вы расстались? Смотрите, какая карта. Аркан Старший Суд. Разговор о том, что так было предначертано. Так было предначертано. Вы с партнером должны пройти урок, который изначально являлся вот таким вот. То есть, обретая умение контактировать, взаимодействовать с партнером, делая определенные выводы, вы должны оба были научиться работать над собой, работать над умением слушать другого человека. И только окончив эти отношения, только после расставания по карте Страшный Суд, потому что иначе быть не могло, вы начинаете, он и вы, осознавать то, где вы были неправы, то, как можно было иначе, оказывается, реагировать, то, на что стоит все-таки обращать внимание реально, вместо того, чтобы бесконечно придираться. Смотрите, опять у нас тут семерка жезлов. Это, знаете, блуждание, танцы на углях, блуждание по эмоциям. И вот вы, как вот этот вон герой, смотрите, как ему страшно, да, он закрывает лицо руками, не желая видеть очевидного, и вот как шальные какие-то неслись куда-то вдаль, бесконечно требуя на эмоциях от партнера чего-то. Почему расстались? Карта башня. Еще одна карта, которая говорит, это не было неминуемо. Неминуемо, потому что высшие силы видят, когда люди уничтожают друг друга, разрушают друг друга по этой карте, они прекращают эти отношения. Они кого-то мягко из этих отношений выводят. Не смейтесь над словом «мягко», потому что жесткий вариант – это когда кто-то из партнеров заканчивает воплощение, давайте так скажем. Поэтому по карте башня вы друг друга разрушали, и высшие силы, глядя на вас сверху, сказали: так, все, хватит. Хватит этой парочке тут любезничать, в кавычках, хватит этой парочке друг на друга гыркать, опускать души на низкие вибрации, хватит этой парочке уничтожать друг друга. 10 мечей. И я вам хочу сказать, что по этой карте вы сейчас оба страдаете. Смотрите, насколько каждая частичка тела проткнута ножом, острием боли, острием потери и у вас, и у партнера. Но это необходимо. Это вам было необходимо. И такие отношения, как опыт, и такое расставание. Почему вы расстались? Потому что вы причиняли друг другу очень много боли.
Я вам хочу сказать, что причиняли боль вы, мои дорогие, из-за того, что были слепы, из-за того, что много накручивали себя сами. Вы себя, он себя придумывали. Видите, тут чертеночек такой сидит, да? Говорит, поплачь, поплачь еще, попридумывай еще, да? Не взял трубку, допустим, партнер, от вас уже 50 пропущенных. Почему не ответил? Он видит 50 пропущенных, он злится, почему она мне надоедает, потому что я работаю, отвлекает меня. Вот видите, как все. По карте Солнца каждый выявлял и проявлял свой эгоизм. Карта Солнца – это карта страсти и эгоизма. Отношения, конечно же, у вас были страстными. Вы друг друга прям зажигали друг для друга, были эдакой зажигалочкой. Но каждый толкал вперед свой эгоизм. Теперь каждый одинок. Каждый одинок страдает, переживает вот это вот одиночество как определенный этап в этой жизни для того, чтобы сделать выводы. Сделаете ли вы выводы? А по восьмерке мечей на ближайший период выводов делать не придется, не получится, потому что слишком затмевает обида, страх потери, страх перед будущим затмевает вас. Вы в ограничениях, вы сами себя будете ограничивать, и он, и вы, не намереваясь двигаться вперед. Друзья мои, это болото. Это болото. Смотрите, что вам советуют карты по старшему аркану. Умеренность. Обретайте гармонию. Обретайте гармонию. Обретайте уверенность в себе. Учитесь терпению. Прекращайте себя накручивать. Да? Прекращайте себя... А может быть, было так, а может быть, надо было вот так... А смотрят меня девочки, которые начнут осознавать свою ценность, может быть, земного знака, земной стихии, да? А девочки, которые хотели семью с этим человеком, но вот по дьяволу, по зависимости, по ограничениям не получилось. Вы были зависимы друг от друга, у вас была страсть. А ценности своей вы ему так и не подали, потому что без конца человека отиранили от своей зависимости. Смотрите, что у нас здесь. По шестерке пентаклей будет и на вашей улице праздник однажды. Может быть, с этим партнером, может быть, с другим. Но вот этот вот ценный опыт вам высшие силы дают для того, чтобы вы смогли вырасти над собой. Я вам этого искренне желаю.